Аяки, вот, кстати, да, на Аяки надо будет тоже так попробовать, то, про что Мех написал, потому что Як у меня тоже... Опа. Здесь пристраивается... Пристраиваться, я думаю, я не буду. Буду сразу убивать, потому что, во-первых, это что-то большое. Скорее всего, со стрелками. Вот к этому можно пристроиться было бы. Давайте попробуем. Короче, попробую к нему пристроиться. Если нет, будем убивать. По идее, вот отсюда уже можно его хорошенько раздамажить. Но он убегает. И те вдвоем такие идут. Так, пристраиваемся правым пелингом. Я вроде бы как догоняю его. Блин, у меня даже сердечко бьется, как этот. Волнительный такой момент. Заметит, не заметит. Там еще два кренделя каких-то. Потому что, например, того же мейстера очень хорошо слышно, как он свистит у тебя над ухом. Пацан просто летит на автопилоте, судя по всему. На автогоризонте. Ну, давайте подойдем поближе. Прикрышка тех бобров точно, блядь. Ой, простите. Хоть я знаю, что не любишь, когда он теряется, но здесь... Просто мне очень интересно посмотреть на его реакцию, когда он меня заметит. Так вот, пойдем. Огонь вообще. Брат, ау. Ау. Эй. Эй, человек! Нет, он не на автопилоте. Мне кажется, у него даже в мыслях нету, что кто-то вот так может лететь и в районе его филда идти вот так вот строим. Огонь вообще. Парни, ну я думаю, это стоит лайка. Подобная махинация. Ау, друг. Блять, с ракетницы по нему было рубануть. Я не смогу прицелиться. У меня мышка с той стороны. В правой руке, а в правой руке рус. Время все засекли? Бля, я кайфую. Главное не повернуть ему вправо, чтобы я вовремя сориентировался. Я думаю, это стоит будет потом запечатлить в такой мини-клипик на Твиче и сохранить навечно. Даже на Ютуб его. Чтобы вы понимали, да, кто будет потом смотреть просто запись, это у нас не пилотажный сервер, это у нас Liberty. Встретил мессера у их филда и сопровождаю его к цели нашей. Когда дадите отмашку, могу стрелять. Давайте постреляем. Братюнь, ты попал в историю. Ну мы нормально за ним шли, но сколько можно было шансов еще человеку давать, блядь.